У не очень-то и Великобритании сегодня новый премьер-министр. Вдобавок к этому у них новый министр здравоохранения. Вот так она выглядит. Ее зовут Тереза Коффи. Это ее фотография. Что насчет профпригодности? Не могли бы быть постройнее, министр? И этот человек продвигал ковидные локдауны! Она выступала за обязательную вакцинацию детей! Тереза Коффи! Ага, и давайте сажать в тюрьму владельцев спортзалов. Но дело не только в ней. У министров здравоохранения по всему миру есть кое-что общее. Вот Мэгги Селин Луиза де Блок, например. Она была министром здравоохранения Бельгии до недавних пор. Ушла ли она по медицинским показаниям? Ну, мы не на 100% уверены. Но министром здравоохранения она больше не является. Может, у нее появились какие-то переживания о собственном здоровье? А здесь, в США, у нас на посту Рэйчел Левин. Адмирал Левин. Человек, очевидно, психически больной, одевающийся как женщина. И, похоже, серьезно считающий себя таковой, хотя он мужик. Это глава системы здравоохранения в США. Но нам определенно надо отправить в тюрьму владельцев спортзалов. И все, кто занимается ММА или профессиональным спортом без вакцинации, не должен быть допущен к соревнованиям, говорит Рэйчел Левин. И ей вторит леди из Великобритании, которая курит. И, кстати, это не было типа социальной рекламой против вредных привычек. Это взаправду новый глава Минздрава. Потрясающе.